Короче, доброй ночи, ребята. Немножко хочется пойти поговорить сейчас с одним человечком. Ну, не то что даже с человечком, просто с товарищем уже, нашим общим. Вы его хорошо тоже знаете. Он реально ждет, и я до этого к нему заходил, он ничего, ну, не общался. Я потом пришел, слышу, начинают разговаривать. Ну, хотел узнать просто элементарное дело. Володя! Володь! Ты тут, Володя? Буквально еще пару минут назад он... Ну... О, Володь, привет! Володя тут? Володя, здорово! Володька! Слушай, Володя, все переживают. Два вопроса, можешь помочь? Слушай, Володь, там матч будет важный. Envy Virtus.pro. Знаешь, Володь, матч? Знает. Володь, кто выиграет? Envy или Virtus.pro? Кто? Говорит, что Virtus.pro должны. Virtus.pro, думаешь, все-таки? Кричит Virtus.pro. Смотри, как разорался. А что именно Virtus.pro, ты уверен? А? Володь. Че Virtus.pro? Я не слышу. Володя, ты будешь говорить или нет? А, потому что? Они в форме лучше, говорит. В форме лучше, да, ВП? Хорошо, ладно. Передам, передам. А еще вопросик, слышишь? Хотел. Да, слушай, Володь, скажи, пожалуйста, а что там за слухи ходят, что там типа Зевс в Ашере переходит? Что это такое? Володя, слышал эту инфу? Слышал? Володя. Что это за... Говорит, пиздешь все. Пиздешь, кричит, слышишь? Сука, Володя. Смотри. Говорит, пиздят, все врут. Володя, шо? Ой, блядь, ладно, спасибо, братан. Да реально чешет, сука. Володя, спасибо за общение. Брат, спокойно спи, отдыхай. Володя, классно сегодня вообще. Володь, все нормально, я передам. Говорит, пиздят, пиздят. Вот друзья пришли. Кто там? Артем! Там банда. Артем! Все говорят, сука, это просто кто-то, блядь, утку упустил и гонят вообще. Хорошо, все. Зевс не уходит. Все нормально. Все. Пока.